Свой новый театральный сезон «Театр Глобус» в этот раз встречает не только с грандиозными творческими планами, но и грандиозным ремонтом театральной территории, которая проводится впервые с того момента, как театр переехал в новое здание «Парусник» в 1984 году. Мы меняем 4000 квадратных метров прилегающей территории. У нас была очень старая, избитая, разбитая поверхность, и сейчас все будет в новой тротуарной плитке. Мы разбили новые клумбы, новые газоны, у нас будут новые пандусы с западной и восточной стороны, новый мрамор пришел с Урала для покрытия поверхности пандусов. В общем, это были такие очень большие, сложные, напряженные и ответственные объекты. 40 лет ничего не менялось. Несмотря на большой объем работ, горожане могут не беспокоиться по поводу посещения театра. В него они смогут пройти через главный вход со стороны улицы Октябрьская. В новом 94-м театральном сезоне в театре «Глобус» уже начинаются работы по постановке новых спектаклей на малой и большой сцене. А также здесь начнет работать новая театральная форма спектаклей, инклюзивная. 4 и 5 октября на малой сцене пройдут показы проекта «Гадкий утенок» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Мы начинаем готовиться к самой ближайшей премьере, это «Варшавская мелодия», после чего состоится инклюзивный показ спектакля «Гадкий утенок», и мы готовимся к ноябрьской премьере, это спектакль «Три мушкетера». Роман Дюма остался в основе этого сюжета, а дальше, конечно, он уже принял совершенно новые какие-то раскрытия, потому что всех не хочется открывать карт. Мне кажется, это будет любопытно, но забегая вперед, скажу, что это будет некое путешествие по эпохам. Новогодний этап театра будет блистать чередой новых сказок. Среди них премьера новогодней сказки для бэби-публики драматурга Александра Липовского. Первый спектакль будет показан 23 декабря. У нас будет спектакль также и для бэби, в рамках бэби-театра для самых-самых маленьких зрителей, и 6+, сказка для детей на большой сцене театра. После чего у нас состоится уже после Нового года состоятся 3 спектакля. Это спектакль «Горе от ума» на малой сцене театра. Это спектакль «Собаки» по повести Константина Сергиенко, и спектакль «Золотая рыбка», которая состоится на малой сцене. Также в новом сезоне театр проведет творческую лабораторию, посвященную творчеству Тургенева. И, конечно же, главным событием станет Рождественский фестиваль. Завершилось собрание коллектива чествованием сотрудников. Официальное открытие 94-го театрального сезона состоится уже 1 сентября.